В совещании приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, а по селекторной видеосвязи главы районов. В мае этого года на координационном совещании руководитель края заявил, что пляжи, находящиеся в аренде у санаториев, должны быть открыты для всех, а не только для тех, кто в них отдыхает. Однако от жителей и гостей региона до сих пор поступают жалобы. В некоторых районах проход к морю платный. Такую ситуацию губернатор назвал недопустимой. Пляж, море, оно принадлежит всем. Всем жителям края, страны нашей. Всем, кто приезжает отдыхать, и, конечно, местным жителям. А у нас какое-то странное понимание, взимание плат. И если даже пляж у кого-то в аренде, то, конечно, деньги могут взиматься за лежаки, за зонтики, за все что угодно. За услуги, которые на пляже оказываются, за услуги, но не за проход на пляж. До 1 июня в муниципалитетах должны были ограничить въезд автотранспорта на набережные и пляжи. Однако поручение губернатора выполнили не все. Например, в бухте Инал и на пляже Приморском в Туапсе, а также в селе Огой машины могут свободно проехать к морю. Более того, за проезд на пляжную территорию берется плата, как в станице Голубицкой или в селе Дивноморском. Вениамин Кондратьев отметил, что такие ситуации совсем не красят курорты края, и поручил профильному министерству разобраться в каждом конкретном случае.